Всем привет! С вами Василий Ушанский и проект компании SwissCoin. Эта компания находится еще на предстарте, и сейчас каждому вновь подключившемуся партнеру руководство компании дарит 100 SwissCoin. В этом видео для тех, кто не имеет опыта работы с криптовалютой и в таких проектах, я хотел бы провести некий ликбез по основным понятиям, которые есть в проекте. А это пакеты, которые предлагаются к покупке партнерам проекта для инвестиций в майнинг новой криптовалюты, токены, свискоины, а также связанные с токеном сплит. Начнем с пакетов и токенов. После того, как будут подключены платежные системы, партнеры проекта смогут приобретать пакеты. Стоимость пакетов начинается от 25 евро. И максимально на сегодняшний день стоимость пакета это 15 тысяч евро. Вместе с каждым таким пакетом партнер получает определенное количество токенов. Токены это внутренняя валюта проекта, промежуточная между евро, которые вводит партнер, и свискоинами, которые добывает компания. Стоимость токена зависит от того пакета, который вы покупаете. Если на самом минимальном пакете стоимость токена 12,5 центов, на пакетах от 50 до 250 евро стоимость токена 10 центов, а от 500 и выше стоимость токена уменьшается, и на пакете 15 тысяч евро уже стоит 7,5 центов. Все это подчиняется правилу оптом дешевле. То есть, чем крупнее пакет, тем меньше стоимость токенов, которые вы с ним вместе приобретаете. После 4 июня, когда начнется майнинг непосредственно самой криптовалюты свискоинов, те партнеры, которые приобрели пакеты, а соответственно и токены, могут вложить эти токены в добычу свискоинов и таким образом обменять их уже на монеты проекта. Сам свискоин тоже стартует с какой-то цены. На сегодняшний день у него нет никакой цены. И один свискоин будет стоить определенное количество токенов. Ну, допустим, 5 токенов или 10. По мере майнинга, то есть добычи криптовалюты, увеличивается сложность, и в связи с этим возрастает стоимость свискоинов. Периодичность повышения стоимости свискоина будет определяться компанией, но однозначно на каждом шаге увеличения стоимости количество токенов, которое партнер будет отдавать за свискоины, будет увеличиваться. И таким образом партнеры компании, которые на начальной стадии ее работы будут приобретать свискоины за токены, полученные от покупки пакетов, в дальнейшем будут видеть, как их инвестиции растут в цене. С токенами связан еще один процесс в компании под названием сплит. Сплит – это удвоение количества токенов на счету партнера, который периодически проводится в компании. В зависимости от пакета, токены партнера могут удваиваться либо один раз, это на пакетах с 25 до 500 евро, либо два раза на пакетах с 1000 до 5000 евро, либо три раза на пакетах с 7,5 тысяч до 15 тысяч евро. То есть, кроме того, что сама стоимость токена на более дорогостоящих пакетах дешевле за счет сплитов и удвоения их количества у партнеров, обладатели более высоких пакетов будут иметь еще дополнительный выигрыш в стоимости для них токенов. То, как вы сами будете участвовать в этом проекте, зависит от ваших финансовых возможностей. Но если вы серьезно подходите к бизнесу,
то надеюсь, что понятно, что даже начав с минимального пакета, в дальнейшем лучше переходить на покупку более дорогостоящих пакетов. Количество пакетов, которые может приобрести партнер, в этом проекте, по-моему, ничем не ограничивается. Надеюсь, что я не очень сильно запутал партнеров своим объяснением, и, возможно, кому-то станет немножко понятней, как работает проект и соотношение между токенами и свискоинами, а также что такое сплит. Всех желающих принять участие в работе этого проекта я приглашаю в нашу команду. Ссылочку для регистрации вы найдете в описании этого видео. А на этом спасибо вам за внимание. С вами был Василий Ушанский. Всего вам доброго.